Да охуеть надо, да как я всю мысль так отрывала. Я притащила, в смысле я притащила? Знаете, что мне говорил мой муж, чтобы я родила? Тебя отпустят, рожай. Ладно, вот женщины рожают, которые совершили преступление, уже будучи беременной, и попадают в эти места. А я же сознательно забеременела, да, ходя на свидание. Что это, глупость или мудрость? Я не могу ответить себе на этот вопрос. Я поэтому говорю, я не могу себе ответить на этот вопрос. Почему я поступила так, как я поступила? Я все время об этом думаю. Это, я считаю, желание любви – это, опять же, проявление собственного эгоизма. Как можно родить ребенка в местах лишения свободы? Хочешь любви, а ребенок погибнет? Пойдем, пойдем, где-то, Алёша!